Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с РБ Лейпциг 1-2. «Мы хорошо сыграли первые 25 до 30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили, но это произошло, что дает нам шансы на ответный матч. В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало, и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат. Вернер действительно хороший, молодой, быстрый игрок, но в первом тайме нам удалось его сдерживать. Во втором тайме же у нас играли 4 человека на поле. Когда у вас играет четверо, сложно не пропустить. Мы знали, с кем играли и знали, как готовиться к сопернику. Но у нас было только 4 защитника и больше никого. Все отнеслись к матчу с полной серьезностью, просто они пропали с поля, играли настолько плохо, будто отсутствовали на поле. Спасибо Кришита, он просто нас спас. Теперь не считаю, что все для нас закончено, передает слова Манчини корреспондент чемпионата Дмитрий Егоров. «Зенит» проиграл РБ Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.